подмосковном Новом Иерусалиме совсем скоро откроют выставку, приуроченную к 90-летию Московской области. Истринский музейный комплекс собирает ценные картины со всего региона. Это ряд разных имен. Это живопись, начиная с 18 века, кончая 20 веком, второй половины 20 века. Поэтому живописные полотна совершенно разных жанров. Это и портреты, и натюрморты, и пейзажи, и также разные временные рамки. Не стали исключением и Химки. Галерея имени Горшина отправила одну из самых значимых картин Алексея Саврасова «Липа у реки». Это считается поздним творчеством художника, когда он уже тяжело болеет, начинает терять зрение. Где-то уже полгода мы ведем переговоры с Новым Иерусалимом, потому что это достаточно сложная процедура передачи картины из одного музея в другое. Это все сопровождается страховкой предмета. Осмотр картины, заполнение всех документов и, наконец, самое главное – сложная упаковка картины. Все необходимо сделать так, чтобы произведение искусства не было испорчено. Уже 28 сентября Саврасовскую «Липу у реки» наряду с еще почти сотней полотен выставят в Истринском Новом Иерусалиме. А в Химке произведение Саврасова вернется лишь к концу марта.